Здравствуйте, уважаемые подписчики нашего канала. В этом видео я хочу рассказать вам о возможности поступления в вузы Нидерландов и Германии. Наша компания оказывает услуги помощи и подборе учебных заведений, а также мы имеем два способа подбора программ для вас. Это VIP-услуга и стандарт-вариант. Сейчас я вам подробно расскажу о возможных вариантах нашего с вами сотрудничества. Для тех, кто выбирает VIP-пакет, я сейчас расскажу более детально, что сюда входит. Эта услуга касается и Нидерландов, и Германии. Шаг номер один – это подбор учебного заведения по заданным критериям плюс помощь с профориентированием. Да, то есть вы задаете ваши параметры, ваши желания, ваши предпочтения. Наши специалисты занимаются подбором учебных заведений. Далее, после того, как мы подобрали учебное заведение, после того, как мы определились с профориентированием, потому что иногда люди не совсем понимают, по какому направлению стоит поступать. В особенности некоторые профессии могут подразделяться на различные категории, и иногда студент, он просто в небольшом замешательстве, куда лучше поступить. И наши специалисты, они проводят персональные консультации для выявления потребностей соискателя, чтобы максимально удовлетворить его потребности. Далее, после того, как мы подобрали вуз, который будет подходить для соискателя по его финансовым критериям, и, соответственно, по профориентированию. Дальше мы оформляем зачисление студента в этот вуз, и происходит зачисление. После этого вуз предоставляет все необходимые документы для оформления студенческой визы. Соответственно, мы проводим полное содействие в оформлении студенческой визы, заполняем все необходимые формы, записываем вас на собеседование в посольство, далее консультируем относительно собеседования, в случае, если оно будет проходить, иногда оно проходит, а иногда нет. Соответственно, это был шаг второй. И шаг третий, который у нас входит в услугу VIP, это подбор жилья. Подбор жилья происходит также под заданные критерии клиента. Да? То есть это может быть жилье, которое находится рядом с вашим вузом. То есть это может быть отдельная квартира, это может быть комната в общежитии, да? Это может быть студия или комната в большой квартире. Да? Все зависит, исходя из ваших желаний, предпочтений и, конечно же, финансовых возможностей. Далее в услугу VIP входит встреча в аэропорту. То есть водители нашей компании встречают вас в аэропорту, привозят в ту квартиру, которую мы заранее с вами вам подберем и согласуем. И у вас будет время для того, чтобы отдохнуть и приступить к занятиям. И далее пятый шаг. Значит, в эту услугу по VIP-сопровождению входит консультация по всем интеграционным вопросам в Нидерландах и Германии на протяжении 1 года. Это значит, что все интеграционные вопросы вы можете задавать нашему специалисту вот на протяжении этого периода. Интеграционные вопросы – это любые вопросы, связанные с тем, как освоиться на новом месте. Да? Сюда могут входить там, где купить сим-карту, да, там, как поступить на дополнительные курсы, как оформить медицинскую страховку, да, там, где будет лучше обслуживаться, да, там, какие-то нюансы там, с коммунальными платежами, может быть, с покупкой недвижимости, с покупкой автомобиля, смена водительских прав. То есть все, что может быть связано с интеграцией. И еще замечу такой момент, что данные консультации распространяются на родственников заявителя. То есть если в последующем к заявителю хотят приехать его родственники, а далее может быть брат и сестра тоже, кто-то хочет приехать в вуз для обучения, соответственно, тоже может обращаться в нашу компанию за всеми, точнее за услугами, за консультацией по данной услуге. Это был пакет VIP, а сейчас я вам расскажу о пакете стандарт. По сути, он предполагает все то же самое, но небольшая разница, что в VIP-пакете мы делаем полностью все за вас, а в пакете стандарт вы делаете все самостоятельно, а мы вас сопровождаем и консультируем на каждом из этапов. Первый момент –
Это консультация по профориентированию и рекомендации по нескольким учебным заведениям для поступления. То есть мы предоставляем минимум 2-3 учебных заведения, которые будут подходить вашему профилю. Также мы помогаем в предоставлении интернет-ресурсов для самостоятельного поиска учебного заведения. С одной стороны, человек всегда может в интернете найти и самостоятельно, но исходя из того, что не всегда все учебные заведения так легко найти в поисковых системах, особенно если это там Германия, Нидерланды, по большинству поисковых запросов вам будут выбиваться, наверное, самые топовые и какие-то часто запрашиваемые. И иногда, чтобы расширить базу поиска, да, потребуются уже какие-то ресурсы внутри страны. Поэтому мы с этим всем вам поможем, да, соответственно, на том языке, на каком вам будет более комфортно. Дальше, этап номер 2, это помощь в бронировании жилья и консультации, предоставление всей информации, где и каким образом можно забронировать это жилье. То есть вы делаете это сами, но при этом мы полностью поддерживаем вас на этом этапе. Третьим этапом у нас идет консультация по оформлению студенческой визы, также проверка анкеты, то есть вы самостоятельно ее заполняете, самостоятельно записываетесь в посольство, а мы вас консультируем, как это сделать, и проверяем анкету на правильность. Все ли у вас в порядке, нет ли каких-то ошибок. Далее, пункт четвертый, это консультация по всем интеграционным вопросам, в том числе получение ВНЖ. Данная услуга действует не на год, как в пакете, а на 3 месяца и распространяется также на родственников главного заявителя. Теперь очень-очень важный момент. Для обоих пакетов у нас предусмотрены дополнительные услуги со скидкой 50%. Первая услуга – это подача документов на ВНЖ на территории страны, предоставляется со скидкой 50%. Далее, подбор заведения для прохождения практики, если по какой-то причине у вас не будет времени или возможности подобрать самостоятельно, вы можете обратиться к нам, у вас будет действовать скидка 50%. Далее, поиск работодателя тоже будет со скидкой, то есть после окончания учебного заведения у вас открываются возможности поиска работодателя. Если по каким-то причинам вы не сможете это сделать самостоятельно, вы можете обратиться в нашу компанию и воспользоваться этой скидкой. Также помощь в смене статуса нахождения в стране, да, это тоже будет со скидкой, поэтому... Если, опять же, вы не сможете это сделать самостоятельно или у вас не будет на это желания и времени, как правило, в наше время сейчас, время — это самое важное и ценное, поэтому многие клиенты обращаются к нам просто с целью экономии времени. Пакет стандарт мы специально разработали для таких клиентов, которые, в принципе, все могут сделать самостоятельно, они уже очень умные, они проходили уже, может быть, эти процессы неоднократно, но, тем не менее, человек хочет чувствовать какую-то юридическую поддержку, что он всегда может обратиться, всегда может проконсультироваться, а тем самым, опять же, быть уверенным в том, что он все делает правильно. И, пожалуйста, в этом случае мы готовы вам помогать. Если у вас есть вопросы по данному видео, пожалуйста, оставляйте заявку на сайте, который будет указан на этом экране. Также, пожалуйста, пишите комментарии к этому видео. Ну, а мы с вами прощаемся. До скорых встреч!